Здравствуйте. Вот такое предсказание было сделано. Оно уже разошлось по интернету. Делала предсказание 11 числа 12 месяца 2016 года под номером 11 в разделе «Весь мир». Два главных петуха дерутся, перья летят во все стороны. Это США и Европа дерутся. Следующий год станет распадом дружбы США и ЕС. Ну, у нас ведь, в общем-то, следующий год петуха. И вот еще одно предсказание. Под номером 17 числа 12 месяца 2016 года. Под номером 13. Страшные наводнения в следующем году унесут жизнь большого количества людей. Я вижу, как меняется очертание континентов. С 2017 года начинается переделка суши. Я предсказывала это еще в 2013-2014 годах. Но этот год будет катастрофическим по воде. Земля горячая. А огненный петух жаждет драки с людьми. Он сильнее и напористее огненной обезьяны. Так что 2017 год похоронит огромное количество людей. Это самый страшный год, который бывает нечасто. Ад будет на земле. Спасибо за внимание.